Привет, друзья! Давно отсутствовал. Хочу сделать коротенький видосик по изготовлению печатки. Вот сделал с трубки специальную заготовку такую, отпилил с медной. А вот это МНЖ, сплав пятникель железа. Он больше похож как на золото, когда его обрабатываешь. То есть, в общем, хочу забабахать по-быстрому из типа печаточки что-то такое. Сейчас вот здесь это все обработаю под кольцо, как бы. И ну, вот таким образом. Я долго тягомотно снимать не буду. Вот так вот прям обрабатываем под кольцо таким вот образом. Ну вот этот сглаживаем, потом все, в общем, это также на шкурке вот так вот шкурим потом под это вот таким вот образом. Это все долго, все равно больше 3 минут, как сказали, никто не смотрит. Вот потом я беру МНЖ, сплав медникель железа, и отпиливаю тоже кусок, вот который потом тоже обработаю, сделаю из него кругличок и на него напаяю, не знаю, что-то мне взбрендило в голову. Сначала хотел название своего предприятия, у нас звездочка, потом буквы туда не влезали, я решил месяц поставить. Вот она вот, когда зачищаешь его, вот такого цвета становится. Но это я все буду выводить, это смотреть не к чему. Неинтересно, как все это буду выпиливать. Покажу уже готовую потом продукцию. Ну вот чертилкой это все сейчас, как бы это, обведу кругляк такой сделаю. Отшлифую его таким образом. Ну, оно когда отполированное, очень похоже на золото, как будто как золотая. Муляжей этих наделаю, потом, значит, ну это где-то будет все вот это вот. Это я обрежу, это будет вот так вот потом выглядеть, вот так. Ну, здесь все подгляню под палец. Это все. Ну, все будет, все увидите дальше. Выпиливаем звездочку. Топки сделал. Ориентируемся сделать так. Если полностью как будет рукой снимать. Thank you.
все подгонять. Такая звездочка.
потом. Да ебаный, мать, там сейчас в итоге наделал вот такой бижутерий. Потускнело уже. Это вот чистая медяшка. Это вот сегодня сделал. Такая получилась блямба. Эти типа обручалок так просто отделать нечего. Ну, в общем, если продеть. Золото, бриллианты. Так вот,
какой-нибудь дурачок оденет, а другому и по башке дадут. Подумают, что золото. У нас в Карелии останавливают машину и предлагают за бензин отменять вот такие вот печатки. Говорят, мы беженцы из Сирии, помогите, пожалуйста, хотя бы на бензин. Но галимая вот это вот МНЖ и медяку сильно начистят. Прикидываются сирийцами, а на самом деле мы беженцы, сирийцы, а на самом деле это ромы, цыгане. Их очень много там, так что не попадайтесь.